Собственных доходов Оренбургу хватит лишь наполовину. Сегодня депутаты городского совета приняли бюджет на следующий год. Вы как на свадьбу собирались? Ну так я же всегда на горсовет, как на горсовет свадьбу. Горсовет всегда праздник, Юрий Николаевич, да? То ли женят, то ли не женят. Оженили главу города на основном финансовом документе. При запланированном расходе почти 8 миллиардов рублей. Собственный доход города рассчитан лишь на 4,5 миллиарда. И вся надежда на простых горожан и их скромные доходы. Основными источниками дохода бюджета по-прежнему остаются налог на доходы физических лиц. Органы исполнительной власти ставят для себя заниженную планку в плане наполняемости городского бюджета. Скромные доходы городские власти в первую очередь планируют тратить на образование, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство. Миллионерку, я вот как-то считал, надо 8 миллиардов на наш город примерно. У нас были будущие 8 миллиардов, мы бы нашли куда идти. Работа над бюджетом идет уже более 2 месяца. За это время экономическая ситуация изменилась. Городские власти вторят вышестоящим коллегам. Мы зарплату получаем в рублях. Все закупки, покупки, все сметы, все подрядные работы. Все осуществляется в рублях. Обсуждение бюджета в целом прошло спокойно. Некоторые депутаты нашли альтернативные занятия. Тем не менее, за основной финансовый документ, за исключением малочисленной оппозиции, проголосовали все. Кто за данное решение, прошу голосовать. Кто против? Рукопожатие первых лиц под громкие и продолжительные аплодисменты вселяло надежду на то, что еще не все так плохо, а основная надежда у городских властей на безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов. Несмотря на дефицитный бюджет, горсовет сегодня проявил чудеса милосердия к бизнесу. 70-миллионный долг Славянского базара в казну отложен до лучших времен. Рекомендовать администрации города Оренбурга представить по КУЕ в установленном порядке рассрочку исполнения соответствующих решений арбитражного суда Оренбургской области. Своеобразную заботу проявили депутаты о пенсионерах-инвалидах. Теперь они, так же как и дети до 10 лет, могут бесплатно посещать каток на стадионе Оренбург. Школьников до 18 лет бесплатно на лед пустят лишь во время зимних каникул.